Ла Лиги, Лиги испанского футбола. Он мечтал, чтобы на территории США проводить 19-й Альвар Адриасол, 12-й Марсело. Это защита. Тони Кросс 8-й, 10-й Лука Модрич, 22-й Иск. Сегодня Коки. Ян Облак в воротах. И обратите внимание на линию обороны. Атлетико Мадрид. Три новых. Ты сказал про матч с Нуманси. Атлетико уже одну игру провел. Вот этого Кубка чемпионов международного. Сейчас атака Атлетико. Диего Коста. Удар. И 1-0. Вот так вот быстренько на первой минуте пропускает Реал. Реал во всех матчах этого турнира пропускает первым. И что-то я хотел как раз вспомнить, когда последний раз команды играли на нейтральной территории. Это было в Таллине в матче за Суперкубок УЕФА. И там Диего Коста на первой минуте открыл счет. Все закончилось в основное время в ничью 2-2. Здесь же Диего Коста благодаря рикошету отправляет мяч в дальний угол. И это первый гол Атлетико Мадрид в рамках этого турнира. Вот так вот, 1-0, пожалуйста. И это первая результативная передача. И какая Жоао Феликс. И играли как надо. Сауль, прострел, момент, 2-0. Вот это да, Жоао Феликс забивает свой первый мяч за Атлетико Мадрид. 8-я минута, и привет вам с кисточкой. Надо сказать, что он действует пока так, как будто он всегда играл за мадридский Атлетико, как будто он знает прекрасно этих партнеров. Гол и результативная передача у него уже за 8 минут. Ну а Реал в обороне выглядит просто неважно. Просто проходной двор. Жоао Феликс. Коста подает прямо в Серхио Рамос и перехватывает Атлетико. Коке. Удар Анхеля Корреа. 3-0 становится счет, и Атлетико размазывает пока Реал просто по газону MetLife Stadium. Ну и потрясающая реализация у Атлетико. Из 5 атак они не реализовали 2. Это удар Жоао Феликса и выход 1-1 Мараты. Все остальное это мячи в ворота Тибо Куртуа. 3 за 20 минут забивает Атлетико Мадрид. Ребята, вы не спите, вы смотрите это. С пятницы на субботу надо такие матчи смотреть. Анхель Корреа только вышел и успел забить. И снова будет аудиокап, матч с Тоттенхэмом, но уже постепенно сезон приближается. Вот это... Но заканчивать Атлетико будет Международный кубок чемпионов в Европе. Он сыграет, наиграться в чемпионате. Федерация настаивает на том, что подача. Здесь хорошо играет Облак. И решать, когда будут сыграны матчи. Посмотрим, вернется ли Йович сейчас. А здесь уже снова Жоао Феликс творит свою магию. И 8-я минута. И опять прессинг. Атлетико, посмотрите, что делает. 4-0. И там Модрич, если я не ошибаюсь, проиграл эту позицию. Оставил мяч. А дальше в одну передачу разобрались игроки Атлетико. Диего Коста забивает свой второй мяч сегодня. Да, и опять прессинг. И второй гол пришел после прессинга. И сейчас Диего Коста забивает после отличного отбора. И в центре просто дыра у Атлетико. Серхио Рамос же, да, делал эту передачу. И опять Сауль. И опять сказал с Гвадалахарой 0-0 по игре. Но хотя тоже Ювентуса. Пока лидер этого турнира Арсенал. У него, да, это соберется в втором тайме, то здесь еще в свои. Серхио Рамос. Здесь даже дело не в том, что соберется. Трех игр. Венисиус, подача. 9, даже не в трех играх, а... Para você em sintonia com o canal Fox Sports, estamos chegando com as emoções da Copa Internacional dos Campeões. Tottenham e Manchester United jogam no Hankou Stadium em Xangai, na China. Tottenham com algumas novidades, apostando em alguns garotos até para dar entrosamento. O mesmo faz o Manchester United. Os dois times venceram na competição, lembrando que são 3 jogos para cada equipe. E, obviamente, todos estão na expectativa e estão aguardando. Os torcedores, árbitros do quadro da FIFA. E é isso que está acontecendo no dia de hoje. O Aikun. Olha a descida do Tottenham. Vai chegando com perigo. Manchester United vem na pressão. Vamos ver agora. Cabe o chute. Vem o chute na trave. Mas por muito pouco não sai o primeiro gol do jogo. Marcel não acredita. Vem bola para dentro da área. Cruza do lado direito do gramado. Quem sabe o cruzamento. Vem a bola levantada. Esse é o Tottenham.
Quem sabe o chute daí? Que balão! É só bater! Defendeu, De Gea! O Dele Alli recebeu uma super bola, chutou. Poderia ter batido mais forte, não? Vai balançar na frente da marcação. Balançou legal, cruzamento. Quem é que chega? Deste sufoco, mas vem de novo. Olha só, cruzamento rasteiro. Afasta Tanganga. Já autorizou o árbitro. Vem a cobrança, bola nas mãos. Jogando lá na frente, Kane. Ganhou a jogada, Kane. Cruzamento, bola muito forte. Bem, boa bola, Marcial. Recebeu, bateu. Gol! Do Manchester United. Ed Marcial. Andreas Pereira já tocou. Que chute bonito. Gazzani. 30 minutos passados. E lasqueira, hein? Não vai brigar. Enfiou a cabeça na bola. Lucas Moura domina. Faz jogada bonita. Bateu com desvio. Gol! Do Tottenham. É de Lucas. Vem o United, mata. Que bolão dele, agora é pra fazer. Gol do Manchester United. É de Gomes. O Gomes recebeu um passe açucarado. Bateu na saída do Gazzaniga. A bola entrou, a câmera foi em cima.